Вахтау в одной из частей Национальной гвардии почтили память военнослужащих, погибших при террористических атаках в ряде регионов Казахстана. После минуты молчания к портретам рядовых Мадияра Кайсарова и Айбата Аманова, которые выполняли свой служебный долг в Кызылорде и Талдыкургане, поднесли цветы. К слову, часть, дислоцированная в Актау, и сейчас продолжает выполнять задачу по охране общественного порядка. При следовании в аэропорт наша колонна столкнулась с бандитами. Несмотря на это, наша военнослужащая по контракту, водитель состав именно, хочу особую слово благодарности выразить им, протаранив несколько машин бандитов, они доставили личный состав на место выполнения боевой задачи. При этом получили два военнослужащих у нас различные травмы. Это сержант Кенембаев и рядовой Ахберген. Главнокомандующий Национальной гвардии Республики Казахстан генерал-лейтенант Жақсылықов. Его приказом данные военнослужащие поданы на поощрение государственной награды.